Приветствую, дорогие друзья! С вами Кейстример, и мы продолжаем наше прохождение Sea of Stars. Погнали в запретную пещеру. Теперь точно легче. На этот раз нам удастся. О, сундук. Ага. Ну, файболами их просто закидайте с островка и все. Чё вы как лохи позорные. Вот гаденыш. Душ из шипов. Вот сучара. Надо добить этого урода. А, мы сейчас вот так сделаем. Да тут хер поймешь, что-то указывает. Но, по-моему, он может ударить сразу несколько. Поэтому надо бить по центральному. Чистая победа. Ну где сундук? Ну ты нихера не умеешь. Так, ни хера не понял, но очень интересно. Ну хорошо. Ай, она теперь фиксируется. Я думал, в какой момент надо спрыгнуть. Интересно. А зачем этот уступчик сделан? Сундук. По грибам по каким-то. Чем порадуете? Жилет путешественника. Ну, наверное, это в 100 раз лучше, чем ту херню, которую. Чем та херня, которую мы сшили сами. Блять, уроды. У меня мана закончилась, а какого хера она не восстановилась? Сука. Thank you.
Ай, не получилось. Говнюк. По щам ему. А что это у нее выпало? Капусточка. Это для сэндвичей. Ну так они вообще насколько ценные, это непонятно же. Латук. А это уже используется? Как вот понять? Путешественники подтвердят, жилет лучший предмет. Давайте съедим сэндвич. Хотя, может быть, они еще понадобятся во время боя. Но все равно надо пробовать. Не поймешь, пока не попробуешь. Заперто. Может, ключ находится в этом сундуке? Пока до него не добраться. Давай осмотримся. Теперь замочной скважины нет. Ключ из пещеры. Ну а как потянуть-то? А, вот так вот. Ну конечно. Грибной суп? Да он, наверное, просрочен уже. Или это из кубика вонючего. Этот блестящий свиток выглядит впечатляюще. Давайте взглянем. Это диплом инженера. Плюс 10 к инженерии. Зейлы и Валерия освоили комбо-навык. Исцеляющий свет. О, кстати, смотри, сундук как спрятали. Блестящая жемчужина. А еще тут что-нибудь заныкали наверняка, суки. Не понял. Кровососущая колючка? А что это такое? А, тут можно уровень сложности уменьшить. Прикинь, реликвию надеть. Ну, если что, воспользуемся. Отлично. Обычные атаки исцеляют 15% от нанесенного урона.
какой-то веке получилось два удара за раз нанести. Исцеляющий свет 2 комбо требует. То есть мне надо еще копить и копить. Отлично вылечился, чтобы получить лет этого мудила. А дуга полумесяц, а это на врага. Нет, не надо тогда. Так, дайте комбо. Неплохое комбо. Помидор. Помидор, салат. В общем, все самое нужное. Путешествие. Вдруг там какая-нибудь скрытая локация. Надо было проверить. Давайте засейвимся. Теперь уже нет дороги назад. Мы должны встретиться с древним туманом. Ни хера не понял, подожди-ка. Устройство сломано, мы не можем включить мост. Кажется, здесь слева есть обходной путь. Стоит попробовать. Здесь есть место для костра, нам нужно немного передохнуть и восстановиться, пока мы располагаем временем. Отдохнуть. Валерий. Кажется, что-то большое. Приготовься.
Лови шарик. Блять, не успеваю. Вот сучара-то. Не хватает маны. Ну как так-то? Может, девчонка должна бить? Не, ну мы мечом-то тоже. Хочет мне, блядь, 6. Это вообще смех на палочке. Ну хватит бабу-то бить. Нокаут. А, нельзя. Блять, опять не успел. Одиннадцать? Блять, нихера себе.
сука. Мне надо оставить, наверное, лунаранг на этих маленьких выблетках. Подлечим девчонку. Блять, не успеваю. Бесит. Так, ну комбо тратить, наверное, рано. Мучканули. Я думал, что у него жизнь намного больше. Что нам придется еще все сэндвичи сожрать. Наш первый большой монстр. Мы справились. Кажется, там есть выход вон туда. Гора должно быть неподалеку. А сундучки где? Где сокровища этого урода? 60 золотых. Нищеброд какой-то. Еще жилет путешественника. А что, наш уже... израсходовался. А, мы по 10 жилетов можем носить. Разумно. Вниз можно было идти? Сейчас только себя поймал на мысли. Наконец-то дела начали двигаться. Мне не терпится увидеть, на что способны эти двое. Не терпится, скорее бы. А пока подождем. Ты знаешь, что делать. Так, предлагают разбить лагерь. Сияющее озеро. Так. А, можно разбить в любом месте лагерь. Понял. Храм солнцестояния. Дайте в храм свой. Какая великая победа. Заперто. А как открыть? Видимо, нас сюда не пустят. Это горная тропа, тогда к озеру.
Привет. Ищете что-то конкретное? Грибной суп какой дорогой. Так, что можно у него купить? А можно купить лучше... У нас тренировочный. Давайте купим новый меч и новый посох. Так, ну продать жемчужину мы всегда сможем. Я в этом уверен. Лунная форель. Конечно, филе сделать из нее. Отпустить. Так, надо поймать еще кого-то. Отличный рыбак. Вкусная медуза. Филе сделаем. Отличный бросок. Немножко филе. Надо все забрать тогда. Отличный бросок. Thank you.
Или вкусное. Сюда, Фишара, иди. Последняя рыбка осталась. Ну, спортивный просто интерес. Сюда, Фишары. Двенадцать голды. А нет, даже 20. Чем свежее, тем лучше. Давайте продадим. То, что вы... Про помидор сказано. То, что вы едите, когда организм требует овощей. Это почти то же самое, что сказать, что помидор — это овощ. Но это не овощ. Вроде как. Это вроде или ягода, или еще что-то. Или фрукт, но не овощ. Так, горная тропа. Все, идем. Ну вот мы и добрались до горной тропы. Пока все идет по плану. Значит, древний туман живет где-то здесь. Надеюсь, у нас еще будет шанс вернуться в лунную колыбель после всего этого. Что если нас прямо сейчас отправят в большой мир? Даже не знаю. Просто хотелось бы, чтобы Гарл был здесь. Нам точно не помешал бы джем из небесной ивы, чтобы намазать на этот ужасный хлеб. Мечта. Джем из небесной ивы? У меня есть с собой, ребята. Я даже прихватил грибы. Вы не представляете, какой суп приготовлю. И я нашел кое-какие травы в запретной пещере. Они подойдут как нельзя лучше. Гарл! Что? Вы же не думали, что я отпущу вас на поиски приключений без меня? Гарл! Я так рад видеть вас снова. Возмужали. Ты чего не явился к нашему отправлению? Вы шутите? Я ничего просто об этом не знал. Как только услышал, что вы собираетесь, отправился в наше укрытие, чтобы собрать вещи. Но вы так быстро ушли. Ребят, безумно воодушевлен этими путешествиями. Теперь знаю все о выживании, рыбалке и собирательстве. И готовке тоже. Что не так? Ты не можешь пойти с нами. Мы лишь хотели попрощаться, нам нужно на службу, это довольно опасно. Вы серьезно? Мы столько говорили о том, как все вместе отправимся в путешествие после вашего обучения. К тому же, столько лет тренировался в нашей маленькой пещере, я готов. Может, у меня нет особых способностей, как у вас, но я крепкий и подготовленный. А это мой щит. Я буду бойцом в обороне. Воин-повар.
Серьезно? Конечно. Я много читал. Знаете, большинство монстров, с которыми вы столкнетесь, не будут даже приспешниками флешмансера. А значит, с ними может сразиться любой. Ты уверен? Абсолютно. Вы же их еще не видели, верно? Нет, но... Я знаю, когда нужно будет уйти в сторону, не переживай. К тому же, вы не можете отправиться путешествовать всерьез по миру, прихватив пару бутербродов. О чем вы думали? Это да. Видите, я вам нужен. Вы просто занимаетесь там своими воинскими делами, а я обеспечу вас пропитанием. Ну, конечно, прикольный чувак. Договорились? Ладно, по рукам. Я так рада. Не может быть. Это же здорово. Ладно, поставлю чайник. Мне столько нужно наверстать. Гарл Войнпор присоединился к команде. Видимо, после встречи с этим древним туманом мы сможем применить магию без ее использования и отправиться в большой мир. Нам так было сказано. Полагаю, найти свой собственный путь – это последний этап подготовки. Наше первое задание – добраться до острова Призраков к следующему затмению. Дело непростое. Но ваша способность должна быть потрясающей. Жду не дождусь увидеть их в деле. Он, наверное, будет сильно разочарован. А ты как, Гарл? Честно говоря, ничего особенного не происходило. Я лишь тренировался и изучал навыки, которые, на мой взгляд, могут пригодиться. Каждый день ждал, когда вы закончите академию. Рад, что никто не сказал мне, что это займет 10 лет. Да мы тоже по тебе скучали. Несправедливо, что нам посчастливилось быть вдвоем, а тебе пришлось пройти через все в одиночку. Что ж, теперь мы вместе, так что это больше не имеет значения. Я с нетерпением жду, когда мы приступим к изучению мира. Хочу все попробовать. Суп просто великолепный. Честно? Сколько же еды ты взял с собой? На несколько раз поесть. Лучше путешествовать налегке, а ингредиентов полно везде, если умеешь искать. И кто знает, что мы найдем. Все это часть приключения. Почему бы сейчас не попробовать, Зейл? Видишь вон тот куст? Полон ягод. Тебе осталось лишь собрать их. Это волчьи ягоды. Сейчас это насоветует одноглазый. Отлично, теперь приготовим джем из собранных с тобой ягод. Просто взаимодействуй с костром и приготовься к готовке. Надо было рыбу тогда готовить. Тепло и уютно готовить. Ягодное повидло. Нихера себе, как легко готовится. Так, а что тут еще можно приготовить? Видишь, у тебя отлично получилось. Мы можем поесть джем позже, когда потребуется лечение. Спасибо за подсказки, Гарл. Они нам очень пригодятся. Но тут, блядь, конечно, диалоги супер содержательные. Да не за что. Я не против поспать. Да я тоже. И над нами нет ничего, кроме звезд. Мне такая жизнь по душе. Очень рад, что ты здесь. Я только что хотел сказать то же самое. Это лучшее место на Земле, ребята. Спокойной ночи. Это ничего кроме звезд, а как же комары, мухи, слепни, оводы и прочие радости. Это все куда делось. Готовы идти? Любопытно узнать, какой этот древний, как этот древний туман выглядит. Он должен быть прямо наверху. Идем дальше. А, это следующая глава. Так, ну давайте подумаем.
Так, а мы отсюда пришли? Что-то как-то не понял. Тут какая-то развилка интересная. Не хотелось бы пропустить какой-нибудь сундук, там же бабки. Нормально. Какие-то козлы. Двадцать шесть. Так, а повар что умеет? Повар умеет питание делать за счет маны отбрасывания. Коза глыба. Нихера себе, он 14 выбивает. Минус один. Так, ну-ка питание. Давайте девчонку запитаем. Держи бутер. Херачили это капитально. Базовая броня. Картошечка. Откуда мы пришли? Ни хера не могу вспомнить. Прикинь. Карта слишком большая. Все как-то очень запутано. Но мне кажется, мы отсюда пришли. Смотреть, может, тут что интересное появилось. А можно готовить? Филе с травами, это хорошая какая вещь. А где с креветками? Ну, с медузой.
Мне кажется, вот это по сюжету дорога. А пещера не по сюжету. Все, возвращаемся, пещеру прочистим. Конченый говнюк. Чё-то? А выглядит как кольцо. Показывает в бою, видимо, количество очков здоровья врагов, не являющихся боссами. Но все равно хорошая вещь. Перец надо забрать. И помидоры. А, вот так вот, да? Капусточка. Ты не поймаешь лошары. Вот так вот. Накостыляем сейчас. Ну как так-то? Двадцать семь. А где ХП у врагов? Он ни хера не подсвечивает. Сколько у них осталось-то?
Держи бутер, братуха. Косточку забрали. Неплохо. Грибочки. Простой салатик. Нихера не понимаю, что же будет, вот если я куплю еще жилет. Нужно отдохнуть. Но, наверное, время идет. Потому что этим можно просто тупо зляпать. Шляпа шляпная. Гром, сука. Кстати, он выбрал единственного чувака, которого не убил бы гром. Вот он тупой. Вообще.
Рецепт чаудер. Ну, кстати, посмотрим, что такое отбрасывание. Но в следующий раз. Гаденыш. Давайте хп-шку возьмем. Магическую атаку давай. Ну пусть в физической защите. Тяжелый какой противник. Очередная попытка. Ну блин, ну как так-то, ну...
А не будет попадания? Типа расстояние очень большое. Вот отстой. Охереть, как у него таран этот восстанавливается. Места. Это неплохо. Так, погоди-ка, а почему здесь прыгнуть можно? Где сундук? Ну, я же знаю, что здесь есть сундук. Ну, вот здесь где-нибудь. Ну, суки, ну спрятали же наверняка. Подляна просто. Перекусить.
Так, ну, наверное, по сюжету туда. Надо тогда в пещеру сходить. Что это может быть? Никто не знает. О. Дети солнцестояния пришли на обряд посвящения, но я чувствую и того, кого здесь не должно быть. Он отважный или глупый? Давайте узнаем. Добро пожаловать к этому священному озеру, юные путники. Рад познакомиться, древний туман. Меня зовут Гарл. Какой-то общительный. В этом медитативном месте энтузиазм, безусловно, приветствуется, но здешние обряды не предназначены для обычных людей. Дети солнцестояния, сделайте шаг вперед. О! О-о! Кажется, у вас отличный потенциал, блять. Просто, может, у меня великолепный потенциал. Вы вплетали свою волю в небесные полотна? Да, древний туман, 10 лет. Тогда подойдите ближе и пропитайте их магией священного озера. Огромный резонанс. Носите их по необходимости, они усиливают вашу врожденную магию. Что это, носки, что ли? Они опустили их, и он почувствовал резонанс. Впредь у вас будет свет в самых темных местах. В задницу, что ли? Подожди. Впредь у вас будет свет в самых темных местах и защита от приспешников. Ну, видимо, да. Приспешников флешмансеры. Я не чувствую разницы. Да это он балабол просто. Да я тоже не чувствую. Будьте уверены, способность применять магию без ее использования исходит из вашей потребности. Что это вообще значит? И как это работает? Способность возникает из потребности. В многочисленных битвах, что ожидают вас впереди, для победы часто потребуется применение более мощной магии, чем чье-то отдельное волшебство. Поэтому соизмерение с живой маной первостепенно. Живая мана? Это вот разводка какая-нибудь. Холодный термоядерный синтез. Еще что-нибудь. Что-нибудь такое. Она позволяет вашим атакам использовать магию, дарованную вам при рождении. Трассионные поля какие-то. И судя по производимому вами резонансу, эта сила должна распространяться даже на ваших спутников. Вы готовы? Живая мана начнет проявлять себя в следующий раз. Гарл удивился. То есть мы надели носки, которые постирали в озере. А этот почувствует тоже резонанс. В следующий раз, когда вы вступите в бой, мана себя начнет проявлять. Готовы к выпускному экзамену? Древний туман, я хочу пойти с ними. Хо! Никто, кроме начинающих воинов в солнцестоянии, никогда не проходил испытание древнего тумана. Но я хочу пойти с ними, пожалуйста. Любопытно, ты первый из обычных людей обратишься с такой просьбой. Он точно особенный. Несомненно, ограниченный в том, что касается боя, но доброта его сердца. Сможет ли он его вернуть? Наверное, стоит попытаться выяснить. Я позволю. Отлично, спасибо, древний туман. Считай это испытание твоей
способности быть спутником воинов солнцестояния. Не подведу. Мы готовы. Тогда закройте глаза. Или хотя бы один. Сделайте глубокий вдох. Добро пожаловать на испытание древнего тумана. Чтобы сдать выпускной экзамен, вы должны собрать вместе три реликвии, выполнив связанные с ним испытания. Монстры, которые попытаются вас остановить, невосприимчивы к физическим атакам, а применение атакующих заклинаний запрещено. Что? А как же тогда? Вот поэтому вы должны применить магию без ее использования. Живая мана может усилить ваши боевые действия на долю от вашей магической атаки. Овладейте этой силой, ваше обучение будет завершено. Я должен это попробовать. Испытание ждет вас. Если захотите вернуться ненадолго, просто закройте глаза и сконцентрируйтесь на месте, где вы появились. Скорость Бога. Так, нам бы сохраниться. Давайте вернемся к горной тропе. Нам надо собрать травку. Отъесться. Хорошенько подготовиться. Сплошные какие-то экзамены все нас испытывают и испытывают. 10 лет. Херней какой-то маялись. Одни вступите в выпускные экзамены, другие. Тут выпускные, тут вступительные. Испытания во мгле. Ладно, давайте здесь прервемся, продолжим в следующей серии. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик. Ну и до встречи в следующей серии. Всем пока.